Ставь лайк за 3 секунды, и все твои желания сбудутся. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, а также Димка, мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва рандома». Здорово, ребята! Итак, друзья, сегодня у нас битва рандома с Беном, да-да, друзья, сегодня у нас битва рандома с очень прикольными тачками, и Бен, давайте прямо сейчас мы наберем Бену, так, звоним, Бен. Ах, здорово, Бен, здорово, отличненько, он нам ответил, тоже хорошо. Итак, друзья, сегодня мы вместе с Беном поиграем в битву рандома, да, Бен? Ну-ка, ответь, да, Бен говорит, хорошо. Обычно он как-то последнее время говорил, типа, нет, не поиграем. Друзья, сегодня у нас есть 12 наикрутецких тачек, просто гляньте на эти машины, они очень крутые. И сегодня на этих тачках мы с Димкой поиграем в битву рандома, но самая, ребята, суть этого ролика. У нас есть Бен, который сегодня нам выберет тачки, выберет испытания и выберет разные приколы и троллинги на испытания. Поэтому, друзья, ставьте лайки прямо сейчас, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по этому классному шоу. Не забывайте, разумеется, подписываться на канал. Итак, Димка, выбери любое из испытаний, которое ты знаешь. Не, бро, испытание, выбери любое просто. Прыжок в длину, и я выбрал гелик. Прыжок в длину. Бен, скажи, пожалуйста, у нас будет испытание прыжок в длину? Понял, братишка, не будет прыжка в длину. Выходи из гелика, присел. Выбери другое испытание, любое просто. Вообще любое. Спринт. А, Бен, скажи, у нас будет испытание спринт-гонка? О, отлично, бро, будет испытание. Так, выбери себе тачку, Димка. Гимера. А, Гимера, да? Окей, Бен, скажи, у Димки будет тачка Гимера на испытание? Ого, отлично. Блин, не, я все понимаю, ну куда это очень круто. Не, это хорошо, это блин, отлично. Жестко. Так, а у меня, ну-ка, Бен, скажи, у меня будет Мерседес? Понимать. А будет у меня Audi RS6? Чего? Ну а будет у меня Bugatti? Будет BMW X6? Да ты заколебал, Бен, ну хорош. А будет у меня Tesla? Ну, наконец-то. Спасибо, Бен. Хотя бы так. Я уж думал, типа, что будет ноу-ноу-ноу-ноу-ноу, как говорится каждый раз. Короче, братишки, тачки мы получили с Димкой. Тачки просто очень крутые, очень быстрые. И прямо сейчас мы направляемся на первое испытание, на испытание спринт-гонка. Let's go. Давай, полетели. Итак, друзья, время для нашего первого испытания. Это испытание под названием спринт-гонка. У меня, ребята, Tesla Plaid, а у Димана это, ребята, между прочим, Koenigsegg Gemera. Итак, Бен, а скажи, пожалуйста, а у Димки сейчас будет 5 звезд розыска? А у Ваньки сейчас будет работать автопилот? Чего? Автопилот? Серьезно? Да, едь на автопилоте, Ну, как бы Tesla, я понимаю. Ну что же, окей, друзья, мы готовы, это у нас спринт-гонка опять-таки, и да, у меня автопилот, у Димки получается просто газ палас. Раз, два, три, гоу! Так, я автопилот подрубил. Поехали. Короче, тачка поехала сама, поэтому... Вау, Диман, спокойно! Ой, чё тормозишь-то жёстко? Спокойно, спокойно, спокойно. А, Бен, я могу автопилот выключить? Да ты, Бен, ну серьезно, не хочу ехать на автопилоте, пожалуйста. Еще грузовик объезжай. Тебя. Ты сейчас прикалываешься. Да-да-да, есть такое. Бен, я могу автопилот обрубить? Все, поехали, обрубил, хорошо. Давай-давай, все, по газам. О, Димки 5 звезд, между прочим. Могу я убрать 5 звезд? Езжай давай, с 5 звездами, понял, блин, ты. Так, осторожненько. Бен, я могу тачку прокачать? О, спасибо, спасибо. Так, тачку я пока прокачаю. Ну-ка, она это прокачивается. Левое-правое. Чего? Левое-правое? Какое ты скажи? Левое-правое. Левое-правое? Какое? Переднее, заднее? Ты более заднее. Левое-заднее. Чё, блин? Понимаю. Ну, я, конечно, все понимаю. Ну, куда уж без колеса-то? Здрасте, блин. А ты где, Димка, вообще? А ты где вообще находишься? Потому что я... А меня направо тут повело? Меня тоже направо, и потом налево, еще раз направо. Как-то максимально странно мы поехали, на самом деле. А ты где? Я тебя даже на карте брони не вижу, честно говоря, поэтому... А, вижу тебя, вон ты. Да, ты меня видишь? Я впереди. А, это вон ты, вон, Димка, впереди. Бен, я могу тачку отремонтировать? Спасибо, спасибо, все, бро. Бен, можешь тачку сломать? Да, Димон, ну хорош, дай же поехать по-нормальному. Я тут так вот летаю, блин, во все стороны, блин, вообще жесть, что происходит, понимаешь? Серьезно? Так, давай, тапку. Газ в палас, газ в палас. Но у меня, ребята, прилетели, очень братишка. Прикольненькая Тесла, поэтому я на нее сегодня очень рассчитываю. И. А как будто. А вот и Димка.
Езжай, давай. Фига себе. У меня рост появился, братишка, я в кого-то впилякался. Понимаешь? В меня? Ты в меня минусанул так? Я еще в кого-то... Ты что закрываешь дорогу-то? Охренеть, он дорогу... Да не... А, мне ж... У меня две звезды, братан! Ты понимаешь, что я теперь тоже с тобой в той же самой ситуации, что и ты? Я, конечно, понимаю. Да-да-да. Бен, я могу тачку отремонтировать? No. Да, спасибо, блин, как говорится, тачка в хлам, даже не могу отремонтировать, понимать. Ланик, у меня самая быстрая Тесла в мире, не учитывая, конечно, Теслу. Да тут что такое каменный-то? Вообще жесть. Кто? Да не ты, конечно, а бот. Разумеется, не видно. Учитывая Драгстер Теслу, да, у меня самая быстрая Тесла в мире, поэтому... Обалдеть, здесь много. Ой. Они мешают и тебе, и мне, поэтому... Справа обхожу, ну, хорошо. Хорошо, что они мешают. Осторожно, она какая-то плывучая прям жестко, поэтому очень есть большой шанс убраться. Плывучая, но говоришь? Пока прямо, да-да-да-да, осторожненько. Берись. Не-не. Дома. Не-не. Дома уже убрано. Дома убрано, братишка, все хорошо. Ты это успел. Так, давай. О, нет! Это было жестко, Ё-моё, тихо. Ты боты вынес прям по харду, да, как-то он так жестко убрался. Друзья, очень потненькое испытание, очень потная спринт-гонка. Димку мы вроде как пока догнали и... В принципе... О-о-о, щемит! Опять? Щемит прямо жесть, да-да-да. Поэтому, Диман... Вега, я въехал. Вега. Все правильно. Вига. Направо. Да, Димку бот. Не. Фу, все, финиш. Серьезно? Офигеть, в полете как-то и финиш. Нет, не взорвись. Окей, друзья. Это было угарненькое испытание. Поехали уже на второе испытание. Let's go. Давай. Итак, друзья, у нас впереди второе испытание, и у нас надо что-то сделать. А скажи-ка, Бен, а Димка будет кукарекать? Yes. Да ты заколебал! Кукареку! Ёб твою кукареку! Ладно, не буду кукарекать. Yes. Ну ладно, как-то ты слишком быстро оделся. Короче, братишки, нас впереди новенькое испытание. Бен, опускай корзиница до гола. No. Братишка, я все понимаю, но спасибо, что ноу, ибо это как бы, знаешь, у нас все-таки это Ютуб, они что-то еще. Короче, бро, выбирай себе любое испытание, любое, хоть тебе больше нравится, давай. Дерби. Бен, скажи, у нас будет испытание дерби? Yes. О, это хорошо. Итак, Димка, выбери себе тачку на это испытание, хоть тебе больше нравится, давай. Я, естественно, выбрал какую ты хочешь? Жука? Бен, скажи, у Димки будет терминатор? No. Без него обойдешься. Бен, скажи, у Димки будет гелик? Гелик. No. Второй гелик у него будет? No. Вообще все, no. О, no. А уже был, давай другое. Давай я тебя спрошу. А у Димки будет десятка? No. Понимаю. Давай, теперь ты, Димон, спрашивай. Понятно. Давай, спрашивай себе. У меня будет X6. No. Да чё он? Нет, что за бред? Давай чем-нибудь. Уже Бен, скажи да хотя бы раз. Бугатти. Какая Бугатти? Здесь нет Бугатти. Это Бугатти. Точно. Здесь Бугатти, да. Бен, у Димки будет Бугатти? Yes. О, май. Это прикольно. Бен, а у меня будет жук? No. Но, блин, понимаю. А X6 будет? Yes. О, спасибо, Бен, спасибо, отличненько. Ну что же, мы получили тачку и поехали на испытание. Итак, друзья, испытание дерби. Итак, это BMW X6 у меня, у Димки это Bugatti какая-то прикольная. Итак, Бен, у меня есть такой вопрос. Я считаю, что Димка должен выйти из машины и вокруг нее пробежать 3 раза. Я прав? Yes. Стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, бро, поехали, считай там круги свои. Давай, раз, Димка. А я пока еду, 2, бро. А я пока еду. 3. А я уже здесь. А ты ладно, спасибо, окей. Бен, от души, ладно. Раунд номер 2. Так, я пока отлетаю подальше от тебя. И, Димон, на 4 мы с тобой стартуем. Поехали. 1, 2, 3, поехали, давай. Бен, лопни ему еще одно колесо. Yes. Какое? Подожди, какое? Ну давай, я... Переднее, хорошо. Право. Хорошо, переднее правое. Так, это у нас сюда, вот, переднее правое. Все, пробил, бро, поехали, пробил. Ой! Слушай, ну... Не-не-не. Чё всё-то? Да-да, поехали. Как-то не улетел. Да, у меня такое же было, да. Под начало этого испытания... Чуть улетел на тебе, аж не подлетел, аж страшно. Нет! Пока. Как ты заселился? Чё это было? Уезжаем.
Ебать! Одинаково упали. Да, все, ребята, делаем еще раз. Бен, я могу тачку починить? Yes. О, спасибо. Бен, я могу стать невидимым? Yes. О, братан, а знаешь, чем прикол? Подожди. А нету ников, реально. Ребята, я пока делаю себя... стоп, я-то видимый. Стоп. Я-то видимый, а тачка невидимая. А как это? Ну ладно. Поехали, бро. А подожди, Бен, а могу я тоже стать невидимым? Yes. Друзья, я полностью невидимый, даже нет блипсов, понимаете? Ты только прикол в том, что я не вижу, куда я еду, честно говоря, поэтому... Я тебя не вижу. А ты где вообще? Катаюсь. А ты где? А, я вижу, ты катаешься. Так, ну ладненько, друзья, это интересно должно быть, поэтому... Так, я просто все, конечно, понимаю, у меня есть одна идея, которую хочу как-то реализовать. Вопрос, получится или нет. А ты где, Димка? Димка! А ты где? А я здесь, а ты где? Бен, сделай его видимым, Бен. Yes. Поздно! Ну ладно, видимо, так видимым. Я стал видимым, но это было, бро, поздно, потому что я тебя уже вынес. Отлично, да, получилось угарника, так угарника. Друзья, поэтому давайте мы проведем еще одно классное испытание. Let's go! Так, друзья, у нас пришло время для нашего следующего испытаницы. Ну и, конечно, время выбрать себе сначала испытание, бро, да, собственно говоря. Димка, давай. Какое бы испытание ты бы хотел? Прыжок в длину? Итак, Бен, скажи, у нас будет испытание прыжок в длину? Yes. О май гад. Дима, какую тачку ты хочешь себе взять на испытание? Какой из них? Лево, право? Вот этот левый. Бен, у Димки будет гелик? Yes. О, жестко. А у меня будет гелик, Бен? No. Серьезно? А Audi R6 у меня будет? No. Так, а что у меня будет-то? Ну, а Мерс будет? No. Да ты прикалываешься, ну а Dodge будет, который крайний? Yes. А, ну хотя бы так. Прикольно. Хотя бы так, друзья. Ну что же, мы тачки получили, и можно ехать уже на следующее испытание. Let's go. Как это вылетело? Давай, let's go. Давай. Итак, друзья, время для испытаний. Это у нас испытание прыжок в длину. И, бро, подожди, пока не прыгай. И, Бен, скажи, а Димка должен поехать задом наперед? Yes. Ну потом, бро, развернись, но сначала поедешь ты задом наперед. Ну давай. Да, Димка поедет задом. Нормально. Ладненько, братишка, мы стартуем. Let's go, поехали. Так, стартуем и разгоняемся. Бен, пусть... Ванек прожмет ручник на 5 секунд. Yes. Серьезно, прямо сейчас? Окей, раз, два, три, четыре, пять. Бро, ничего не изменилось, но я врезался, братишка, поэтому я перепрыгиваю. Давай, пробуй. Попытка номер два, друзья, поехали. Опять-таки, я как бы, ну, реально, и я ручник, друзья, прожал. Но тачка даже с ручником поехала дальше. Поэтому скорость 800, 900, 1000. Я полетел, бро. У тебя какая была скорость, скажи, пожалуйста, мне? Тоже 1000. Реально? Так, а ты куда летишь, да. Скажи, пожалуйста. Пролетаю Мейсбанк пока что. Я тоже пролетаю. А ты выше или ниже? Я не знаю, я падаю, бро, на рублевочке. А ты где? А я раньше падаю. А, реально? О, рикошет еще поймал и в дерево, короче, влетел. Прикольно. Ё-моё, Бен, а Димка должен... Апель? А, ну все уже, ладно, я думал там, знаешь, типа F2 поражать там, было бы прикольненько. Ну, ладно, друзья, у нас балл мне, потому что Димка упал раньше меня, ну а где, я не знаю, потому что у нас пока не отображаются... Где? Да, где, короче, кинотеатр, получается, этот отельчик, который... Короче, окей, друзья, это балл мой все равно, поэтому мы идем дальше, впереди у нас новенький раунд. Итак, друзья, время для испытания по стрелухе. Ну и давайте мы выберем тачку для Димки. Бро, выбирай себе тачку. А, подожди, не, я же не так сделал. Бен, скажи, будет испытание по стрелухе? Yes. А, ну в принципе все правильно, бро. Выбирай себе тачку, братишка, любую. Я буду жука брать. А, да, будешь? Ну сейчас посмотрим. Бен, а Димка себе жука заберет? No. Братишка, он сегодня никому, кажись, не достанется, честное слово. А, любую другую бери какую-нибудь, как тебе больше нравится. Бен, у Димки будет гелик? Yes. А, прикольно. А, Бен, скажи, у меня будет Мерседес? No. Да ну, десятка? Yes. Да ну ты чё, куда ты лезешь, Димка? Куда ты, блин, лезешь? Какая ещё десятка? Отлично. Какая, блин, десятка, ну, пацаны, вы чё? Ладненько, десятка, друзья, и... да, и гелик, поехали на испытание.
Ну что, друзья, мы продолжаем испытание по стрелухе. Итак, бро, выдаем себе оружие прямо сейчас, да, чтобы нас оно было, да. Итак, мы в этом испытании делаем все просто. Мы как бы берем наше оружие и пытаемся взорвать тачку соперника. Да, все очень просто. Бен, скажи мне, а я могу стать невидимым на целых 20 секунд? Yes. О май гад, братишка, я делаю себя, разумеется. Это вроде бы где-то здесь находится, вот он, да, я невидимый. Оружие Бен, меня можно видимо. Я сделать себя невидимым? No. Фиг тебе. Поехали, бро, мы с тобой стартуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично. Все, я закончился, да. Я снова видимый, да? Пошла жара, да, Димка говорит. Хорошо, 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 пошла жара. Туру-туру-туру-туру-туру-туру. Друзья, как вам такое шоу? Вообще нравится или нет? Рассказывайте в комментариях, потому думаю, что да. На самом деле очень прикольненькое, угарненькое шоу. И в комментариях пишите, на каком устройстве лично вы прямо сейчас смотрите этот ролик, да? Было бы интересно узнать. Итак, я или Димка? Кто кого? Так. У тебя пока чек не загорелся, нет, братишка, или как? Давай. Оу, я взорвался. Все-таки, ребята, я взорвался, да. Друзья, получился очень прикольненькое испытание. Впереди у нас последнее решающее испытание. Let's go. Давай, полетели. Итак, братишка, я предлагаю сделать прямо сейчас испытание прыжок с горы Чили. А ну-ка, Бен, будет ли испытание прыжок с горы? No. А, понимаю. Димон, выбери испытание любое просто, вообще любое. Драг-рейсинг пускай будет. Бен, будет драг-рейсинг? Yes. О, прикольно. Димка, выбирай себе тачку. Че, опять его? Я выбрал уже. Ты хочешь его? А, Бен, Терминатор. Скажи, у Димки будет Терминатор? Yes. Да ну! Да, до свидания. Серьезно, блин, жестко. Бен, у меня будет Драгстер? Yes. О, май гад. Две тачки прикольненькие у нас есть, я друзья. Бы не попадался мне на пути. Да, согласен. Поэтому, друзья, и мы поехали на испытание. Let's go. Ну что же, дорогие друзья, мы готовы, тачки заряжены, мы заряжены, и это Драгстер, а у Димки Терминатор. И будет прикольненько, ну-ка, Бен, скажи, а Димка будет первые 5 секунд ехать задом? Первые 5 секунд, бро, едешь задом. А, и стартуем мы на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Раз. Раз, 2, 3, 4, 5. И ты не отставал, прикинь? Ванька выйдет из машины. Окей, я из нее выпал, братишка, я из нее выпал. Все, и телепортируюсь обратно, бро, да, правильно? Телепортируюсь и поехали обратно. Пока. Диман меня обошел, ну да, я выпал из тачки, а потом телепортнулся обратно, но... Зафризь ему тачку. Ну куда зафризь, ты че, ты так там уже впереди. Зафризь ему тачку. Да хорош, Диман, ты и так уже вон впереди, ты смотри, где-то уже, ты же финишировал, ты еще не можешь как бы остановиться, ты че, блин, успокойся. Друзья, короче, это было очень реально прикольный угарненький ролик с очень прикольными тачками и испытаниями. Ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия. Всем удачки и всем пока! Пока, ребят!